Так, вот сейчас я спою все-таки песню, посвященную Сереже Гороховскому. Я умудрился вспомнить начало. Ну, значит, так, достань свой фрак из недр резного гардероба, где пыль сидит и нафталин, и снова влезть в него попробуй. Отлично, друг, твой шаг упруг, и уподобясь малым детям, как мистер Смит по Бейкер-стрит, пойдем прощаться с годом этим. Как ночным ориентиром все спешат в свои квартиры, дарят креслам предпочтение в этом виде развлечения и сполна вкушают вроде отдых и покой. Мышь, играя разговором, респектабельных сеньоров, полчаса еще побродим улицей ночной. На твой вопрос ответ всерьез даю твоими же стихами. Они просты, и лучше б ты не морщил лоб над пустяками. Пойми, чудак, в то время как ты был один, как в поле воин, другой острил и говорил, что ты сочувствия достоин. Где-то шторм, где-то ветер, где-то люди полны веры. Сколько надо, столько будет. Жизнь одна, как торт на блюде. Кто там свечи зажигает, чей звенит дискант? Вон в окне погасла люстра, может, там кому-то пусто. Впрочем, я не исключаю всякий вариант. Но был восход и путь вперед, и вот блокнот в строках небрежных, как результат твоих затрат и на всеобщий дух надежды. Ведь тот не прав, кто не отдав всего себя идее братской, глядит в тоской на гороскоп, поддавшись мистике дурацкой. Сплошь и рядом шепот, стоны, год дракона, пусть скорее прилетает из далекого Китая, путь не близкий, встречный ветер, только бы успел. Что ж до нас, то мы готовы, мы сами трехголовы, мы еще с тобой навертим много всяких дел.